Накануне «Делюкс-отель» и «Русские сезоны» распахнул свои двери для 150 юных спортсменов города. Благотворительная елка состоялась при поддержке администрации курорта. Гостями праздника стали также 50 воспитанников сочинской школы-интерната номер 2. В олимпийский год, когда мы провели успешно Олимпиаду, мы решили, что дети, которые занимаются спортом, которые занимаются в наших школах, которые являются нашим будущим нашего города Сочи, должны отметить Новый год вместе, собраться в одном месте, познакомиться друг с другом, увидеть друг друга, пообщаться друг с другом. И, конечно же, пожелать им успехов в новом году. Мы на них возлагаем огромные надежды. Надеемся, что следующий год для наших детей будет еще счастливее и более удачный в спортивных достижениях. Помимо театрализованного представления, юных горожан ждали фокусы, шоу мыльных пузырей и даже детский фуршет. Организаторы праздника планируют и в новом году проводить подобные благотворительные мероприятия, которые помогут привлечь к спорту как можно больше подрастающих сочинцев.